Всем привет, мы на плейчесте против соперника из Дании. Ой, какая Дания? Что я говорю? Конечно, Канада. Канада. Конь c3. Конь g6. Странные маневры. А что заставляет задуматься? е3. Вообще не уверен в качестве этого хода, слон у тебя на поле закрыт. Но все равно ему там выходить некуда. Пусть пока стоит на c1. Вырубил. Напал. Вот опять-то висит. Отходит слоном, защищает, я бью на b7. И пригодился слон на c1, потому что после ладья b8 пешка-то держится, а после ферзем уйду. Такие дела. Вот оно исполняется. А, вот как он. Вот он как. Отошел. Ферзя давать, конечно, не будем. Отошел, еще вернемся просто домой. Просто вернемся домой. Конь на g6 не на месте стоит у него. Он такой ограниченный. Так, ладья b8. Ладья b8. Пока ладья b1. Защитил пешку на b2. Это нам не страшно. Нам туда и надо было. Нам туда и надо было. А3. Ладья просто по темп в итоге попала. Дальше могу сыграть b4. И форпост. Конь a4, конь c5. Выбьем. Повели коня на c5. Так, напал на ладью заодно. Взяли, взяли. Теперь, если он не вырубает моего коня, то он идет на d4. И будет сильной фигурой, и слон станет сейчас на b2 у нас. Это, пожалуйста. Ой, ферзь g5, кстати, неприятный ход. Вот прям сейчас. А, ну, f4 стоит играть. Непонятно. Нет, он сюда наваливается. Можно слон d2, слон c3. С той же идеей переставить слона на эту диагональ. Он коня повел неприятно. На d3 с нападением на пешку b4. А что мы? А, такой ход. Ой, времени мало. Постоянно забываю про него. К пешке c6 просто прицепился. И может хочу b5 пойти. И надо вторую ладью нам выкатывать. Так. Отошел. Неплохо отошел. Прям под сквозной удар. Хорошо сыграно. Просто мастерски. Но я иронизирую, конечно. Просто зевнуть так. F4 зато есть идея. Прям сейчас. Ну-ка. Спасибо. Именно это мне и надо было. Забрал.
итоге лишний слон и конь, застрявший у него. Конь на d3 застрявший. Видите? Не стоит расслабляться. Выиграл материал, а потом тут же зевнул. Конь d3 был крутой ход. Не. Да даже не конь d3, а назад. Вот ладья а2 уже. Ход нехороший. Сейчас мы покажем. Дело в том, что тут же пешка летит, и тут же просто двойной удар. Угроза f4. Ладья 2 явно не туда было. Всем пока.